Всем хай, на связи Салли, и вы попали на канал Тока Лаки, и в этом видео будет продолжение моего влога. Давайте мы не будем затягивать, скорее начнем. Всем приятного просмотра. Открыто? О, открыто. Пойдем зайдем туда. Давай я это попробую открыть. Так, о, открыто реально. Ну и чё, люди, мы пришли как бы. О, походу самые новенькие пришли. О, классно. Так, сниму наушники. Тогда пойдем сейчас. Угу, так. Куда бы положить? А, вон на стол положу. Все, пойдем. Ага, бегу. О, пришли. Ой, девочки, привет. Вы новенькие, да? О, привет. Привет. Я Салли, а я Сьюзен. Очень приятно познакомиться. А вы кто? Я Сайвон, это Джек. Очень приятно. Так, давайте пожмем руки. Да, я Джек, если что. Мы поняли. А я с Элис. Очень приятно с вами познакомиться. Так, мальчики, вы что, не джентльмены? Идите, отнесите вещи. Да, окей, я отнесу тогда. Так, ну что, я пойду в комнату пока что. Если что, зовите. Окей. Угу. Так, ну давайте я тогда пока рум-тур сделаю. Вы можете там шапки снять. Угу. Хорошо, давай. Так, ну тогда пойдемте влево. О, хорошо, пойдемте. Сначала хочу вас познакомить с нашими питомцами. Это Белла. Ой, какая миленькая. Да. Потом там еще Джордж. Вот. Но он немножко пугливый и особо не любит других. Ого. Угу. Он пока только наш со Сьюзен очень любит. Да, а других немного боится. Бывает. Прикольно. А еще у вас, по-моему, собака. Да. Да, вот у меня еще собачка. Вон она там, в этой, в коробке. А, прикольно. Так, ну давайте я шапки положу. Так, и телефон давайте тут оставим. Угу. Ой, что-то мне замил кролик. О, это Рок. Из-за того, что я очень люблю Рок. Это мой зайчик. Миленький. О, Рок. Прикольно. Да, но ласково это Ройки. Вот. Мне очень он милый и любит абсолютно всех. И не боится никого. Вообще бесстрашный. Капец. Ну, он, наверное, Джорджем подружится. Они все-таки зайчики. Так. Угу. Пойдемте. Уже побыстрее. Нам интересно, что там дальше. Да, пойдем. Так, ого. Да, это наша кухня. Вот тут место наших животных, где будут ваши тоже животные жить. Вот. Тут есть корм. Вот эта черепашка Невил. Невил? Невил. Мы его только пупс. Прикольно. Угу. Тут у нас есть вот такой цыпленок. Его зовут Цыпа. Это цыпленок. Цыпленок Саймона. Прикольно. Он такой миленький. Ага. Так. А что еще у вас тут на кухне? Так, ну далее тут еще есть корма для ваших собак. Из-за того, что мы знали, что собака будет. Вот, еще. Дальше давайте пойдем к холодильнику. О, я уже посмотрела. Много чего, ага. Ну да, далее будут у нас всякие вкусняшки. Тут вилки, ложки и посуда, впрочем. Тут машина кофейная. Выше там гарнитуры и так далее. О, конфеткам. Тебе эти конфеты надо прятать. Да. Да нет, у меня нельзя их спрятать. О, что ты делаешь, Джек? А, тут играю с Хлоей. Откуда ты знаешь, как ее зовут? Я услышал. Хм, какая милашка. О, ой, ты куда? Капец. Какой пуфик крутой. Да, это мой. Смотрите, я сплю выше. Тут еще моя кошка Мартина. Да, вот такая она у меня ласковая. Ой, я погладить. Ой, ты хорошая. Ой, ну я, честно, не очень кошек люблю, но миленькая все-таки. Дальше спать пошла. Так, ну вот тут шкаф и ваша кровать.
У меня там моя полка, тут ваша полка есть, вот. И тут лестница, там висят мои картинки, но это моя зона, потому что... Так, ну вот тут стол. Я вообще изначально его заняла, но потом, когда узнала, что их двое, перешла вон туда, на подоконник. О, спасибо большое тебе, да. Да не же что. Так, ну вот тут шкафчик, тут в нем я уже заняла свое место, но могу вам с вами поделиться вешалками, потому что как бы их всего 4. Да, отлично будет. Так. Надеюсь, мы тут сможем нормально разложиться. Да, я смотрю, у вас много вещей, но мы постараемся все разложить. Так, ну я дальше пойду сидеть в Инстаграме, потому что больше мне делать нечего пока что. А вы можете дальше смотреть, если вам тур там мальчики покажут. А, окей. Пойдем с Али. О, я тут уже жду вас как раз. Давайте, смотрите, это наш зал. Вот тут диван, пуфики. Мы, кстати, копим на PlayStation. О, это классно. Да, ну тут дальше телевизор. Потом сверху полочки, но тут некоторые вещи мои и некоторые, ну, Саймон, только некоторые прям. А все остальное делала Алиса. А вы Алиса называетесь? Ну да. Дальше тут наши почтовые ящики. Один бимужской, два женский. Так, ну вот тут укулеле Саймона и баскетбольное кольцо. Мы раньше баскетболом занимались. Да, давай сыграем. Оп-оп, давай мне. Все, загрузили. Ока, давайте я. Топ. О, вот так вот я могу забрать. Офигеть, я не знала, что ты настолько можешь. Я тоже. Что ты там не знала, Сьюзен? Так, давай я с тобой один на один. Ок. Давай, раз, два, три. Оп, оп, смотри. Опа. Ну-ка, дай-ка, сейчас я закину. Ой, не тут-то было. Вот так. Офигеть, надо еще на улице играть. Да, да, кстати, где много места. Классно было бы. Так, ну давайте дальше. Потом обсудим. Ой. Так, ну, тут у нас всякая мыльно-рыльная девочек будет стоять. Вот, там душ, если не заметили. Тут наш шкафчик. Вот тут вот у нас зубные щетки с пастами. Кстати, одной не хватает. Надо будет сходить купить. О, прикольно, да. Если могу одну полочку уступить, потому что там не хватит. Окей, спасибо. Угу, пойдемте этого дальше. Дальше это наша комната с Саймоном. Вау. Тут, короче, сидит Саймон, есть съемки. Да. И слушает что-то там. Да-да. Дальше тут два стула. Это Саймон стан, а это моя. У нас эти компьютеры одинаковые. Так, ну тут дальше у нас стоит наша кровать. Вау. Да, это рюкзак Саймона, это мой. Вот тут спит Саймон, вон тут сплю я, тут мои награды, iPad. Саймон решил картинки повесить вместо полки. Вот тут картина вот такая прекрасная. Выше полка, на ней там карты, бумажка, статуя, тетрадь и просто божественный, самый лучший мяч на удачу. Я его сюда с собой беру на соревнования. Он подписан самым известным баскетболистом. Ну, как вы поняли, наверное, я баскетболист. Дальше там игрушечка. Паучок мой любименький. И вообще там лежат наушники наши. Вот тут дальше стеллаж с одеждой. Тут, конечно, еще моя одежда наверху висит, а внизу Саймон. Так, надо только ее повесить. Тут еще пижама моя. Так, ну вообще, у него чуть побольше одежды. Ну, как бы, вот еще кепочка вот такая. Это вообще моя кепка. Ну и что, я тут же носить хочу. Так. Ну и дальше, в принципе, все. Наверное, там еще картинка сбивная. Вот, ну там еще чулзона. Ну мы уже поняли, что это и есть чулзона. Ну ладно, мы пойдем переодеваться. Да. А, ну окей. Потом еще встретимся. Угу. Да, пока. Ну и на этом заканчивается наш видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите моих новых роликов. И еще хотела вам сказать, что это и есть конец этих влогов, это последняя часть, скоро будут новые части, новые влоги о том, как мы будем жить со Сьюзен в этой общаге, какие приключения у нас будут. Ну а дальше ждите, скорее всего, какие-то другие ролики, может и влог будет, посмотрим. Вас всех очень люблю, пока-пока!